Наше путешествие на остров Делф начинается с поездки на автобусе из города Джафна в город Курикатуван. Оттуда будет уходить паром. Вот такой автобус. Ну, вперед. Чтобы доехать до парома, мы едем на автобусе, и дорога идет через 6 островов разных. Вот так примерно час. Вот мы автобусом приехали на паром. Сейчас будем брать билетики и садиться. Вот мы сели на паром и отчаливаем через океан на остров Делф. Пограничная служба здесь. Путь. Ура! Вот, вот движемся между островами. В открытом океане идем. До острова еще 6 километров. Прибыли на остров, здесь паром, автобусы небольшие какие-то ходят. Вот. И идем смотреть непосредственно достопримечательности острова. Вперед! Так, первое, что интересно на острове, все строения и заборы из кораллов здесь, да? Сколько им лет? С этой стороны такое же коралловые заборы. Интересно. Пойдем дальше. Здесь есть несколько тамильских деревень. Проходим. Не скучно здесь. Мы дошли до первой достопримечательности, так называемой, это старый голландский форт. Ну и, в общем-то, руины здесь форта всего лишь. Но что интересно, он тоже весь построен из ракушняка, ой, из кораллов. Да, такого мы еще не видели, чтобы... Здание строили из кораллов. Интересно.
будто бы подводный форт. Вот. А если выйти из форта, если еще это так называемая достопримечательность, старое голландское кладбище. Вот здесь за углом. На берегу океана. Идем дальше. Прямо от форта вышли на пляж Делфт. Довольно-таки неплохое место. Цвет океана здесь, конечно, шикарный. Людей вообще нет. Беседки. Туалет. Вот там форт. И телята по нему гуляют. Солнышко вышло, цвет волны. Идем дальше. Продолжаем движение по острову. И вот так вот у нас от одной достопримечательности к другой 6 километров такой дороги. Мимо болот. Ну и асфальтик такой не очень. Зрелище, конечно, неинтересное, скажем так. Ну, зато здесь масса птиц. Пришли мы еще в одну тамильскую деревню. Здесь прямо индуистский храм. Служба идет. Пойдем дальше. По деревне увидели индуистский храм с колесницей. Человек набирает воду.
буддийский храмик. Пойдем дальше. Свернули дороги. С дороги главная достопримечательность, наверное, здесь индуистская. Это след Ханумана называется. Сейчас посмотрим, что это такое. Опять все заборы из кораллов. Не знаю, куда пойти, налево, направо. Идем вот так. Где больше вытоптано? Ханумана, наверное, вот там. Видишь, тропинка? Ладно, след Ханумана где-то будет в стороне. А это вот голландские конюшни старые. Так называемые. Естественно, все это руины. Полуразрушенные. Ну, любителям исторических памятников, наверное, будет интересно. Все тоже из кораллов построено. Колонны тоже. Интересно? Так, рядом со старыми конюшнями голландскими вот тут вот есть называемый след Ханумана. Я не знаю, кто придумал, что это похоже на след. Ну, как-то вот так. Пусть, значит, будет так. Вот как-то так. Пойдем дальше. Здесь пасутся дикие лошади. Где-то они далеко там. Еще на острове Делфт есть прямо возле порта скелет кита. В полную величину. Даже нарисован так сверху.
такая штуковина. Дороги по острову, конечно, по таким пейзажным местам идут. Вот озеро красивое такое. Птиц, конечно, миллионы разных. И пеликаны, и цапли, кингфишеры, все, что хотите. И пальмы такие. Нравится? Да, красиво, красиво. Что-то на суше острова Делфт, это Баобаб. Один из трех на острове Шри-Ланка. Вот, экскурсия местных ребят. Вот. Баобаб знатный. Здоровый, да? Вот такой баобабище. Мощный, да? Вот такой вот баобаб. Вот этот баобаб, он не просто, он внутри как с пещерой. Я тут живу. Да ладно. Да. Посмотри, какая акустика. Ух ты. Баобабище. Прикольно. Вот такая пещерка внутри. Класс вообще. Мы такого не видели еще. Да. Классно. Итак, очередная достопримечательность острова Делфт. Это растущий камень. Вот он высотой 1,5 метра сейчас. Но люди, которым было 50 лет, они, которым сейчас 50 лет, они говорят, что когда были маленькими, они сидели на нем. Есть научно доказанное обоснование, что он растет. Непонятно как. Какие-то смещения платформ подземные происходят. Ну, какое-то священное место теперь-то здесь. Вот так. Рядом индуистский храмик. Ну вот, как-то и все. Да? Понравился остров Делфт? Да. Стоит поехать посмотреть. Да. Все, будем чапать на паром.